В Краснодарском крае стартовала избирательная кампания по выборам депутатов законодательного собрания 6-го созыва. Количество мест в краевом парламенте сокращено на треть. Мандаты получат только 70 кандидатов. В Анапской территориальной избирательной комиссии сейчас идет активная организационная работа. Здесь ожидают высокую явку. Дополнительно в этом году будет открыто 5 участков для голосования. У нас прибавилось к действующим 70 избирательным участкам 5, потому что выросло количество избирателей на территории муниципального образования. В муниципальном образовании город-курорт Анапа представлено 2 избирательных округа: Солнечный, 26-й избирательный одномандатный округ и 27-й южный избирательный округ. В 27-й избирательный округ входит город Анапа и 3 сельских округа: Анапский, Гайкадзорский и Субсесский. А остальные 7 сельских округов входит 26-й избирательный округ. Но нужно отметить, что на территории муниципального образования 19 июня стартовала еще одна избирательная кампания. Дополнительные выборы объявлены депутата по одномандатному избирательному округу Гастагаевскому номер 20.